2018 год для нас был по-настоящему насыщенным, потому что мы поучаствовали в нескольких очень важных всероссийских конкурсах. Один из них – это «Учитель года России», в котором принимали участие все 85 регионов России. А мне посчастливилось представить мой родной Пермский край. Это конкурс профессионального мастерства. И, наверное, одно из самых важных, что с этого конкурса мы уносим, это дружбу между участниками и взаимное сотрудничество. А еще один конкурс, в котором мы принимали участие совсем недавно, в конце ноября, это конкурс «Успешная школа». Главная цель конкурса – содействовать самоанализу образовательных организаций и в первую очередь посмотреть, что важного, что ценного делает школа для своих учеников и всех участников образовательного процесса. В этом конкурсе нашей школе удалось стать одним из 5 абсолютных победителей конкурса. И действительно, для нас этот конкурс является сейчас самым важным и самым ценным в уходящем 2018 году. Мы одна большая дружная семья. Команда школы – это ее ученики, ее родители, учителя и даже выпускники. Ведь у нас в школе даже есть своя шутка, что если бы за 128 лет существования школы собрать партию выпускников школы 22, то эта команда обязательно бы победила на любых выборах, в том числе даже федерального уровня. Мы участвуем в конкурсах не просто чтобы победить, не просто для статуса. Мы хотим быть лучшими учителями для своих лучших учеников, потому что наши ученики действительно талантливы. У нас обычно бывают конкурсы либо для детей, либо для учителей. Здесь же мы участвовали и дети, и учителя вместе, при этом с нами были еще родители. Нам повезло, что принимала участие семья Смирновых, Михаил Владимирович и его сын Саша, ученик 4 класса. И действительно, их поддержка, их новый взгляд на конкурсе, мне кажется, для нас был очень ценным и важным. Родители поддерживают школу и принимают участие в различных наших проектах. Когда мы говорим, что у нас в школе новый интересный проект, родители с удовольствием принимают участие. Вот сейчас, 22 декабря, у нас будет рождественская благотворительная ярмарка, где дети сами изготавливают поделки, а потом их продают и продают не за рубли, а за нашу специальную валюту, которая называется колики. После этого мы все полученные средства отправляем на благотворительность. Кроме того, у нас есть очень много проектов для родителей. Это, например, проект «Родитель на пятерку», родительские конференции, где родители после того, как прослушают материал, например, у нас была одна из последних конференций «Современные дети современных родителей». И после того, как родители с нами пообщались, выступили на конференции, прошли различные тренинги, они сказали, что в первую очередь надо учить уже нас, как нам общаться с нашими детьми, потому что сейчас дети другие, дети активные, дети интересные, дети со своей позицией, и с ними тоже надо уметь работать. 2019 год для нас будет, наверное, непростым годом, потому что мы ждем перезагрузки и ждем капитальный ремонт. Наша историческая здание, нашу уникальную школу закроют на капитальный ремонт. И уже в 2020 году мы вернемся совершенно обновленной школой. Но я думаю, что мы сохраним и наши традиции, накопленные за это время, но и будем использовать инновации. Я думаю, что для нас будет важно не потерять свое лицо, остаться уникальными. И для этого мы сейчас уже запускаем на 2019 год несколько новых проектов. Это, например, школа благодарных выпускников «Эскалатор успеха», где мы выпускников школы приглашаем к сотрудничеству, они становятся социальными партнерами и для наших детей проводят мастер-классы, тренинги и действительно могут поделиться своим опытом, уже выйдя за пределы школы. Ведь выпускники – это те люди, кто действительно искренне любит школу и приходит туда с удовольствием. Не зря мы в нашей школе часто говорим, что в 22-й школе все начинается с любви. В первую очередь с любви к школе, с любви к своей профессии у нас, учителей, ну и любви к детям. Я думаю, что экология пространства – это в первую очередь аура, которая окружает нас в нашей 22-й школе. Ведь действительно это пространство, наполненное гармонией, наполненное любовью, наполненное знаниями, наполненное умениями и действительно новыми идеями, новыми стремлениями при сохранении наших традиций. Поэтому я бы сказала, что это сплав традиций и инноваций с французским шармом.